для крестей произвели достаточно неплохой позитивный резонанс у нас, за который год есть. И в целом по республике это хорошо воспринимается. Ну и на федеральной повестке это неплохо смотрится. Тем более, что в ралли-рейде принимают участие, как правило, звезды, те, которые привезли недавно нам с ралли Париж-Дакар практически все золотые медали в Россию. Поэтому давайте ответственно подойдем к этому вопросу. Хочу выслушать ваши соображения, как мы в этом году встретим этот этап. Ралли это классификация республики пройдет с 1 по 3 июля. Мы юридически все документальные вещи оформили. Утвержден вчера был комитет по проведению ралли. Все мероприятия, первое заседание на проведение следующей недели, там утвердим план, он готов. По первоочередному тоже, что отвечает, ответственность города, ответственность республики. Какой этап у нас там, финал или старт? Начинается. У нас старт. Ну, уже который год старт. Поговорите с организаторами. Что может быть, мы поменяем, да, формат. Ну, попросим и соседей наших. У нас, как правило, финиш проходит в Астрахани. Они могут же ведь закольцевать гонку. Ну, я не знаю, это все зависит от технических параметров, а самого ралли. Как возможность. Старт, конечно, тоже красивое, интересное мероприятие. Но нам бы хотелось и победителей почествовать здесь, у себя в Калмыкии. Мы выйдем на организатор тогда. Проговорите эту тему, это как в виде рекомендации. Как город, тоже план какой-то будете соответствовать? Да, тут согласно, вот есть комиссия, будет дано поручение. У нас в основном мы будем ответственны, это, ну, если, допустим, по старту, как в прошлом году, это наша сцена, звуковая аппаратура. Я бы вам рекомендовал еще вот рассмотреть, какую возможность. Это будет в преддверии празднования праздника города, большого юбилея. Включить это в программу и задействовать ресурсы, те, которые бы для горожан, ну, были бы интересны вот, в рамках этого мероприятия в том числе. Я думаю, это было бы правильно. Финансовые ресурсы какие-то, которые требуются, у нас есть? Ничего не планово, нет, все ресурсы. Все мы закладывали. Хорошо, тогда, собственно, у меня вопросов нет.